Каждая девушка мечтала однажды победить в конкурсе красоты и получить свою хрустальную корону. 3 месяца назад шанс осуществить эту мечту получили 30 юных красавиц. Специально для самых активных молодых жителей из городского округа Щелково от 14 до 18 лет был организован конкурс таланта, красоты и грации «Юная краса Щелково». 2,5 месяца упорные репетиции. Сейчас вы увидите то, что мы смогли сделать за 2,5 недели, потому что столько было у девочек времени. Еще и голосование за разные титулы дополнительные. И им надо было подготовить и визитку, и творческий номер, выучить 2 дефиле, 1 флешмоб. В общем, работа была полным ходом. И вот она, главная сцена нашего городского округа. За время конкурса девушки преодолели несколько этапов испытаний – танцевальный, спортивный, кулинарный, интеллектуальный и эко-дефиле. После каждого из них несколько конкурсанток побывали в соревнования. Также каждая участница «Юной красы» должна была создать и начать продвигать свой социально значимый проект. В итоге до финала, который состоялся минувшее воскресенье в Щелковском районном культурном комплексе, дошли лишь 13 девушек. Если честно, я нахожусь в шоковом состоянии, потому что очень много чего за последние 5 лет здесь видел, но такого я не видел уже очень и очень давно. Я хочу сказать, что наконец-то этот замечательный конкурс вернулся на тот уровень, на котором ему нужно быть. 3 месяца борьбы, и вот, все заканчивается именно здесь. Иногда жалеешь, что тебе больше 18 лет, и это бывает только в такие моменты. Воспоминания очень яркие, и вот вчера, накануне сегодняшнего дня, многие девочки, как и я, мы об этом разговаривали, сидели дома, и очень нам грустно от того, что этот конкурс заканчивается, что сегодня уже финал. Пока на сцене девушки представляли на суд жюри свои номера, за кулисами царила настоящая творческая атмосфера. Девушек пришли поддержать их друзья, одноклассники, а также ребята из коллективов, в которых состоят участницы. С Настей Зоркиной. Группа поддержки. Да. Вы за нее выступаете? Да, мы ее поддержка в творческом номере. Чтобы выбрать юную красу, жюри совещалось около часа. Ей стала ученица 11 класса школы номер 4 имени Петра Климука Полина Солдатова. Также девушкам были присвоены такие титулы, как «Мисс Стиль», «Шарм», «Талант», «Очарование», «Улыбка», «Нежность» и много других. Ждем следующего года и надеемся, что юная краса Щелково-2020 пройдет на таком же высоком уровне. Екатерина Сусенко, Валерий Жиглей, Владимир Деликанов, телерадиокомпания «Щелково» и молодежный медиа-центр городского округа «Щелково».